С нами сейчас пастор Алекс, пастор Ирина. И мы хотели бы вообще вот, чтобы узнать, почему они поддерживают миссию. Вы можете нам ответить на это? Да. Ну, первое, что я люблю вас. Это первое. Не, ну, самое первое, конечно, Бога. Это мы все знаем. И я переживаю о Божьем Царстве. Я хочу, чтобы в Божьем Царстве было очень много людей, очень много детей. Мы любим детей. Поэтому мы хотим, чтобы вы развивались также и приводили больше детей в Царство Божие тоже. Ну, для меня все герои, кто работает вне Америки. Поэтому вы для меня герои. И да, все, что касается детей, мы не можем там быть физически, но все, чем мы можем, мы помогаем. Пусть Бог всегда будет с вами. И мы любим, благословляем вас. Ну, может быть, и будем один раз с вами. Мы таки будем очень даже не против, когда вместе встретимся еще в Кении. Поэтому, друзья, продолжайте быть с нами, продолжайте молиться, чтобы вам тоже быть в Кении. И не забывайте жертвовать этим двум красавцам. Вот так. Спасибо.